Привет, легендарный внучата! Как вы знаете, в Роблоксе появились новые 5 вещей. И я была бы не бабкой Шоу, если бы не сняла для вас топ-скин без робуксов. Ребятки, сегодня мы используем эти вещи и посмотрим, что можно сделать из этих вещей и какой топовый бесплатный скин можно создать абсолютно бесплатно в Роблоксе. Думаю, ребятки, сегодня скин получится просто отпадный. Сегодня будем создавать топ-скин без робуксов. Погнали! Итак, ребята, для того, чтобы создавать наш сегодняшний скин, придется немножечко попотеть и достать некоторые вещи. На самом деле все очень просто. Первые вещи, которые нам понадобятся, это вот эти замечательные шмоточки. Вы просто посмотрите, как они классно смотрятся. Это новые вещи, которые вышли сегодня, ребятки. Они, не знаю, если честно, к чему они вышли, но смотрятся они очень даже симпатично. Особенно эти очки диджея, эта корона, они просто будут вместе сочетаться очень классно. Ну и, конечно, у меня уже есть пару идей. Мы доработаем с вами старые скины, которые я уже показывала в своих видеороликах. Но сделаем их просто обалденными с этими вещами. Поэтому обязательно, ребятки, подпишитесь, если вы все еще этого не сделали. Давайте поскорее добьем мне 100 тысяч за мои старания. Я делаю по 3 видео в день стабильно, так что обязательно подписывайтесь, и наверняка вы найдете что-то интересное для себя на этом канале. Короче, давайте начинать, ребята. Сегодня создаем для девочек и для мальчиков скин вместе, поэтому давайте начнем с пацанов. Пацаны, как обычно, заготовка скина, и первостепенно у нас начинаются заготовочки, все. Вы выбираете здесь Roblox Boy, и в принципе, пацаны, для вас все готово. Вот такая заготовка нужна для мальчиков, больше делать ничего не нужно. Если вы девочка и создаете себе заготовку, то тут немножечко придется поработать. Смотрите, вы выбираете вот этот вот набор Roblox Girl называется, потом заходите в раздел Body, здесь начинаете ставить то же самое, что и я. Во-первых, заходите в раздел Torso, и здесь ставите торс, который называется Woman Torso. Потом заходите в следующий раздел, который называется Левая рука, Left Arms, и здесь выбираете Woman Left Arm. Потом, ребята, заходите в раздел Body, Right Arms, и здесь выбираете Woman Right Arm. И теперь нужно просто зайти и поставить ноги, это в разделе Left Leg, левая нога, woman left leg, и в разделе right legs, правая нога, здесь тоже ставим вот такую правую ногу. Вот она, наша заготовка. Чтобы каждый раз ее не создавать, я предлагаю вам сделать следующее. Вы заходите в раздел, который называется мои костюмы, нажимаете создать новый костюм и пишите, как вы его хотите назвать. Для меня это, например, template, я его назову template girl, вот таким вот образом. Мы нажимаем на кнопку create, и все, ребятки, у нас сохраняется вот такая вот заготовка для костюма, которую мы в последующем сможем использовать для быстрого создания прикольных образов. Ну и, ребятки, давайте прямо сейчас начнем смотреть, какие вещи нам сегодня понадобятся. Все, ребятки, сегодня очень даже банально. Вы заходите в аватар шоп, и сейчас показываю вам, что нужно забрать. Во-первых, ребятки, ставим фильтр, который называется «Все категории», и здесь снизу ставим, конечно же, бесплатную цену наших вещей, потому что скин у нас сегодня без робуксов, то есть бесплатный. Есть здесь несколько вещей, которые нужно забрать. Это, конечно же, вот такая вот бейсбольная кепка, ребятки, она 100% нам нужна. Вот такие вот очочки, ребята, пати очки Lubu Party Shades и Lubu Party Crown. Это те вещи, которые нам понадобятся 100%, плюс Lubu Party Hey вы тоже можете забрать на всякий случай, чтобы посмотреть просто, как эти вещи будут смотреться на вашем скинчике. Но в моем случае я забираю вот такие вот очочки, они мне 100% сегодня понадобятся, это даже не обсуждается. Потом, ребятки, конечно же, забираю следующую вещь, это Lubu Party Crown, она нам тоже должна сегодня понадобиться, но, возможно, все-таки мы ее с вами использовать не будем. Тут как повезет и как это будет смотреться на скине. Ну и, конечно же, какие же вещи нужно взять далее? Нужно пролистать немножечко ниже и забрать следующие вещи. Если вы девочка, то забирайте набор вещей Lin Lin, вот как он называется. Меня в прошлом видеоролике спрашивали, бабка Шоу, где ты взяла вот такую прическу? Вот она, ребятки. Ее взять можно с этого набора, вы просто забираете этот набор, и вещь автоматически появляется в вашем инвентаре. То же самое с пацанами. Пацаны, если вы не знаете, где, в общем, получить вот эту прическу, вы выбираете вот эту заготовку Дэнни, вы ее забираете, она стоит 0 робуксов, и получаете вот такую вот прическу. Называется она Хея. Очень классно. Также, ребятки, если вы играете в Roblox PlayStation, то вам вообще супер классно все будет забрать, потому что в этом разделе у вас появятся вещи. Вещи, которые могут забрать только обладатели игры на PlayStation. Там, короче говоря, есть огромное количество прикольных заготовок для скинов. Там есть и волосы, и вещи. То есть все очень симпатично, но это только для тех, кто владеет, ну, в общем, ну, кто играет с PlayStation в Roblox. Не знаю, пока что у меня таких подписчиков точно не было. Напишите, если вы играете с PlayStation. Но мы с вами берем следующую нашу вещь, потому что это еще не все, ребятки. Нам сегодня понадобится с вами вещь, которая называется Roblox Jacket. Вот она, ребятки. Roblox Jacket называется она, вы ее забираете. Она у меня уже есть в инвентаре. И она нам, ребятки, понадобится, чтобы создать свой обалденный костюм. Классический костюм в Роблоксе. Так, что же нам теперь нужно, ребятки? Теперь вы заходите в раздел, также вы заходите на вторую страницу, и здесь вас будут ждать Black Jeans with White Shoes. Это самая распространенная одежда, это самые распространенные штаны, потому что они черные, похожи на классические и очень даже смотрятся симпатично.
Ну и, в общем, можете также выбирать другую одежду, но меня все, я думаю, устраивает. Что же нужно получить еще? Теперь, ребятки, нужно получить следующую вещь, которую получить можно в ивенте. Вы пишете здесь Roblox Creator Challenge, и здесь нужно будет забрать наушники. Кстати, про них у меня часто спрашивали, в общем, ребята, которые не особо разбираются в вещах. Я как-то просто показывала топ-скин и надела там наушники. И вот меня теперь спрашивают, где вот такие вот наушники Jurassic получить. Это, ребята, делается в Roblox Creator Challenge с динозавром. Вы пишете Roblox Creator Challenge или переходите по закрепленному комментарию, там будет ссылка на этот плейс, либо, может быть, в описании тоже оставлю. Вы сюда заходите непосредственно в Roblox Creator Challenge, и сейчас я покажу, каким образом эту вещь получить. Ребята, так как эта вещь является бесплатной, и причем смотрится она очень даже симпатично, просто посмотрите сейчас к себе на экран. Да, здесь какие-то непонятные челленджи, что-то написано на английском языке, а многие из вас английский язык, насколько я понимаю, не знают. Точно так же, как и я, не понимаю его полностью. Я могу прочитать и перевести, но говорить на нем, к сожалению, полностью не получается. Смотрите, вы нажимаете на кнопочку Challenge 1, у вас он будет только доступен, все остальное будет с замочками. Я этот челлендж уже проходила, поэтому у меня здесь везде зеленые штуки. Вы заходите в первый челлендж и начинаете отвечать на вопросы в Роблоксе. Итак, ребята, давайте отвечать на вопросы в Роблоксе. Здесь все очень просто, можно отвечать на вопросы неправильно, поэтому мы даже не будем их читать, мы просто будем нажимать на кнопочки. Здесь выберем, допустим, A, пускай будет, здесь будет True, допустим, и здесь будет False. Я не знаю, да, все правильно, ребятки, отлично, первый челлендж мы завершили. После того, как мы завершаем первый челлендж, открывается второй, и вот так вот нужно будет проходить до шестого. Это делается очень просто, то есть вот таким вот образом вы просто проходите челлендж. Можете также смотреть, если вам что-то нужно будет, то есть смотреть эти, ответы у меня на экране. Но я думаю, что вы и сами это пройдете. Вот я прошла первый урок, и как только вы проходите по два челленджа, то есть первый и второй, вы получаете первую вещь, а именно кепку. Теперь нужно заходить в третий урок, то есть Lesson 2, Challenge 3, и начинать здесь отвечать тоже на вопросы. Тут True, тут Lua, тут, ребята, Click Play. Отлично. То есть первый мы с вами прошли. Теперь заходим в Challenge 4, он у вас тоже откроется. Nothing will happen to player. Тут тоже неправильно ответила, тут тоже неправильно, а тут что, at table, например, пускай будет. Тоже неправильно. Короче, вы, ребятки, вот таким вот образом подбираете, чтобы правильно ответить на этот вопрос. И потом, как только правильно отвечаете, то на один у вас больше ответ правильный становится. Допустим, пускай вот здесь будет local damage 5. Нет, неправильно. Пускай number type variable, и здесь local cooldown in seconds. Нет, неправильно, здесь 100. Все. Все, ребятки, второй челлендж мы с вами прошли, то есть вторую вещь тоже получили, и теперь остался только урок 3. Челлендж 5 и челлендж 6. Так, ребята, ну раз мы с вами закончили, то мы готовы создавать свой скин. Для начала начнем с пацанов. Во-первых, я ставлю себе заготовку для мальчиков, она у нас находится в Present Costumes Roblox Boy. Теперь начинаю надевать вещи. Это, во-первых, как раз-таки одежда, потому что нужно начинать снизу вверх. Первая, ребятки, из одежды — это как раз-таки наша футболка. Называется она, вот она, Roblox Jacket, которую мы с вами забрали только что. Смотрится не очень симпатично, но думаю, что мы это сможем исправить и сделать из нее что-то похожее на классический костюм. Теперь, ребята, нам с вами нужно зайти в раздел Clothing и в раздел, который называется Pants, штаны. Надеть здесь штаны, которые называются Black Jeans with White Shoes. И теперь наш костюм уже более-менее смотрится завершенным. Но чего-то, согласитесь, еще не хватает. Нужно зайти в раздел Clothing, здесь найти раздел, который называется T-shirts, футболки, и надеть вот такую вещь, которая называется, в общем, Tie and Suit Shirt. Либо вы можете надеть Money, если вам понравится. Вот как-то так будет смотреться ваш скин. Но думаю, что симпатичнее будет смотреться все-таки Tie and Suit Shirt. Где его найти, вы спросите? Тоже очень просто. Просто заходите в Avatar Shop и пишите вот так: Tie and Suit Shirt. Все, думаю, что вы спокойно найдете этот галстук и получите его в Роблоксе. Вот так вот у нас получается, и согласитесь, очень даже похоже на классический костюм. Что же, ребятки, дальше? Дальше больше. На самом деле, теперь нам с вами нужно будет надевать вещи, которые мы только что получали с ивентов. Давайте начнем с лица. Во-первых, нужно поставить лицо совсем другое. Во-первых, мы с вами наденем эти очки. Теперь нужно зайти в раздел Body, здесь зайти в раздел Face лицо и поставить другое лицо. Какое именно, ребятки? Лицо называется Chill. Вот такое вот прикольное лицо, и смотрите, как оно симпатично смотрится вместе с этими очками. Именно его нужно сегодня выбирать для того, чтобы скин смотрелся идеально. Теперь заходим в раздел, который называется Hey волосы, и в общем здесь нужно, получается, точнее, я зашла почему-то в Head, а не в Hey. Заходим в раздел Hey, и здесь надеваем наши волосы, которые мы только что забрали из скина Дэнни. Теперь, ребята, заходим в раздел Clothing, здесь заходим в раздел Head и надеваем как раз-таки нашу корону, которую мы только что тоже с вами получили. Вот такая вот прикольная корона. Также к этому всему можно надеть, попробовать кепочку. Если она подойдет, то будет отлично. Если не подойдет, то мы ее просто-напросто снимем. Тут уже просто надо экспериментировать. Смотрится она вместе с ней симпатично, но, наверное, лучше все-таки без нее. Я, если честно, ребятки, не знаю. Напишите в комментариях, как вам больше нравится, с кепкой или без нее. В принципе, с кепкой
кепочкой тоже неплохо смотрится, а вот такой вот козыречек у вас будет выглядывать из-под низу, и плюс корона тоже симпатично смотрится. Думаю, что стоит так оставить. Ну и, ребятки, я могла бы уже бы закончить этот скин, но думаю, что чего-то можно еще здесь добавить. Давайте мы, ребятки, попробуем зайти в раздел, который называется Waste, или еще куда-нибудь, и попробовать поискать вещи, подходящие под этот костюм. Например, ребята, Ghostly Aura. Давайте посмотрим, как наш скин смотрится вместе с этой аурой. Согласитесь, по-моему, смотрится довольно симпатично. Где взять такую ауру, я сейчас вам тоже покажу. Чтобы найти такую ауру, ребята, нужно зайти в ивент, который называется Mansion of Wonder. Я его вам много раз показывала, и забрать оттуда вещи. Вы заходите непосредственно в этот ивент, вот, ребята, Mansion of Wonder, и вводите один промокод, который нам сегодня понадобится. Сейчас покажу какой, но нужно зайти в эту игру. Кстати, ребята, прямо сейчас вы можете посмотреть, как этот скин выглядит непосредственно в вашей игре. Согласитесь, очень симпатично, учитывая, что скин абсолютно бесплатный. Вот это уже реально топ скин без робоксов. Я считаю, что он заслуживает вашего внимания и вашего лайка. Смотрите, ребятки, чтобы получить такую ауру фиолетовую сзади, чтобы она у вас всегда висела, вы подходите к этому лису, нажимаете на кнопочку E, нажимаете на кнопку Redeem код и вписываете всего лишь один промокод, который выглядит как Things Go Boom. Things Go Boom. Все промокоды будут в описании, показывать все я не буду, только этот промокод вводите и получаете нашу вот такую фиолетовую ауру. Ну и в принципе, ребятки, скин для мальчика закончен, давайте перейдем для скина для девочек, посмотрим, как он смотрится и непосредственно закончим видеоролик. Очень даже симпатично, можно немножечко сделать повыше рост, но скин просто идеально смотрится, мне кажется, с этими вещами просто супер классно. Теперь, девочки, что касается вас. Вот ваша заготовка, вы уже готовы создавать свой скин, вы просто надеваете те же самые вещи, которые мы надевали только что на пацана. Только нужно поменять будет прическу, и в принципе ваш скин тоже будет готов. Смотрите, как это все делается. Вы надеваете Roblox Jacket, потом заходите в раздел T-Shirts, надеваете Tie and Suit Shirt, заходите в раздел Pants, и здесь в штанах надеваете как раз таки Black Jeans with White Shoes. Потом заходите в раздел Closing Hair, ребята, волосы надеваете либо вот такие вот Lin-Lin Hair, либо Lobby Party Hair. Вы тоже сейчас это проверите и увидите, что лучше вам подходит. Но мне кажется, что лучше выглядит все-таки Lin-Lin Hair. Потом вы заходите в раздел Head, и здесь, ребятки, надеваете шляпу и вот эту корону, которую мы только что с вами получили бесплатно. Теперь, ребятки, заходите в раздел, который называется Face, и здесь надеваете эти очки, которые мы тоже получили бесплатно. Ну и как раз таки в разделе, в общем, который называется Body, вы заходите в раздел Face и ставите лицо другое, если вам это не нравится. Я предлагаю поставить лицо Силифан, потому что оно больше всего похоже на девчачье, очень даже симпатичное лицо. И вот какой скин у нас с вами получается. Вот такая вот коронованная, можно сказать, принцесса, самая очень даже симпатично смотрится. Если вдруг вам не нравится кепка, здесь кепка, по-моему, не очень подходит как пацанам, поэтому мы снимаем эту кепку и смотрим на то, какой скин у нас с вами получился абсолютно бесплатно для девочек. Давайте, прямо сейчас этот скин погружается, а вы пока что поставьте лайк и подпишитесь на канал, если все еще этого не сделали. Вот что у нас с вами получилось, вот такая вот заготовочка, очень симпатичный скин, ну и не хватает, конечно же, чего, ребятки. Не хватает в разделе Back или в разделе Waste, я не помню, где именно поставить вот эту вещицу, ребята, Ghostly Aura, ребята. Находится в разделе Waste, вы ее ставите, и наш скин готов. Так, ребята, как вам этот замечательный скин? Вы просто посмотрите, насколько он крут. По сравнению с другими скинами у других людей, наш смотрится донатерским, то есть так сразу и не скажешь, что скин какой-то нубовской или бесплатный. Он реально смотрится очень даже симпатично, мне очень нравится, ребятки, абсолютно бесплатный скинчик мы сегодня с вами создали. Ну и, ребятки, всем спасибо за просмотр, с вами была я, Бабка Шоу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока, легендарные внучата, встретимся в следующем видеоролике. Я вас очень люблю, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что, ребята, скоро, я думаю, мы с вами наберем 100 000, осталось совсем немного.